Добрый вечер. Вы смотрите «Важную тему» на телеканале ТНТ «Онега». Меня зовут Денис Базанков. Но сегодня у меня в гостях председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Павлович Бондарчук. Добрый вечер. Здравствуйте. Геннадий Павлович, позвал я вас не просто так, а у нас бюджет на носу. Да, уже в ноябре чтения первые. В Петросовете создана группа, да, в которую и общественники в том числе войдут, которые будут заниматься в том числе и разработкой бюджета на 2016 год. Сочилась информация о том, что с троллейбусным управлением у нас опять там не все так гладко. Давайте попробуем по порядку разобраться, что на самом деле происходит. Правильно вы заметили, сегодня буквально была создана рабочая группа по бюджету при председателе городского совета. На эту группу будут приглашаться представители профильных комиссий, депутаты и вносить свои предложения по их формированию бюджета на следующий год. Понятно, что также будут присутствовать и общественники, и по всем статьям будем очень скрупулезно, внимательно рассматривать бюджет города, который будет предлагать администрация, и, естественно, вносить свои изменения и предложения в этот бюджет. Год назад еще депутаты говорили о том, что игры с бюджетными деньгами, они очень плохо сказываются на состоянии дел в городе, и, естественно, вот как вы правильно заметили, сейчас мы видим это на примере троллейбуса управления. На сессии сентябрьской, если вы помните, депутаты единогласно поддержали выделение денег троллейбусному управлению на покрытие долга за электричество. Веселая была история, да, когда у нас чуть не встал транспорт, да, практически. Да, мотивация была следующая. Сейчас нам вырубят рубильник. Срочно необходимо загасить долг порядка 8 миллионов рублей за электричество. Депутаты выделили эти деньги. Сейчас я узнаю о том, что этот долг не погашен. Деньги потрачены неизвестно куда. Мы не понимаем, какие финансовые махинации происходят на муниципальном предприятии. При вопросе руководства предприятия, куда потрачены деньги, звучит ответ, что я не обязан перед вами отчитываться, куда и как я расходую деньги. А как так может быть, если у нас, по сути, Петросовет учредитель, да, этого? Но хозяйственную деятельность ведет администрация города. Мы не вмешиваемся в хозяйственную деятельность, и, соответственно, я как понимаю, это решение администрации долг этот не гасить. То есть Максим Луньков прямо говорит, я ничего вам не скажу, ребята. Не скажу и не обязан отчитываться, куда я потратил эти деньги и как. Что в итоге-то нам делать с этим троллейбусным управлением? Там вот эта песня, да, пластинка, которая по кругу у нас ходит, что денег нет, она, такое ощущение, никогда не кончится. Рано или поздно-то все равно нужно этому как-то положить конец или что? Ну, сейчас обсуждается вариант выделения средств на электротранспортное предприятие именно целевым методом. Если мы говорим о том, что предприятие несет расходы по электричеству, городской совет готов выделять целевые деньги на погашение электричества, на оплату электричества для предприятия. Также, если говорят о том, что очень много налогов платится в бюджет города с этого предприятия, пожалуйста, выставляйте счета, и мы будем оплачивать из бюджета города налоги именно напрямую. Но поддерживать в таком виде вот финансирование муниципального предприятия, когда не поднимаются ни зарплаты, не индексируются зарплаты для трудового коллектива, но постоянно куда-то уходят деньги, естественно, в такой форме депутаты, я думаю, не будут поддерживать предложение вот именно оплачивать деньги в непонятно, как вы говорите, в бездонную бочку. Но вот вопрос, да, что вот как раз именно целевое использование средств, вот почему раньше не было такого предложения? Ну, потому что, смотрите, раз, шаг в сторону, и уже, простите меня, уголовное дело. Но это невыгодно, как я понимаю, администрации города. Попиариться уже не получится. С ценой проезда надо будет что-то решать. В любом случае, надо будет как-то разрабатывать работу предприятия и пытаться зарабатывать все-таки деньги, а не питаться просто из бюджета. Год назад мы говорили, что эти деньги, которые мы будем дополнительно выделять, будут сниматься с разных статей других социальных. Что а вот у нас и спортивные школы, да, тут вспоминается. Здесь у нас, да, вырисовывается сокращение финансирования на спортивные школы, здесь вырисовывается сокращение на младший технический персонал по детским садикам, по школам, также недофинансирование идет на тоже детское питание, и вот оттуда и будут сниматься деньги вот в эту бездонную бочку. Мы сейчас это понимаем, и вот этот эксперимент, опять же, о котором говорит мэр города, что это не популизм, а сдерживающий какой-то определенный фактор для частников, ну, это утопия. Частники, когда выходили на переговоры, когда мы рекомендовали как депутаты им не поднимать стоимость проезда, посадить за стол переговоров с электротранспортниками, фактически мы что увидели? Увидели, что электротранспортное предприятие не пытается решать эту проблему, она говорит, что нам необходима просто дотация из бюджета города.
Частников они этим никоим образом не сдержат, я думаю. В любом случае, если частники будут выходить с инициативой замены подвижного состава, им, в принципе, вынуждены будут поднимать и стоимость проезда, и работать с повышенным тарифом. Здесь уже мы будем, естественно, рекомендовать частникам, чтобы они не очень резко повышали стоимость проезда, и понятно, что им надо все-таки каким-то образом урегулировать взаимоотношения и по маршрутной сети, и вообще по графику расписания движения. Слушайте, вот у меня ощущение иногда возникает, что в администрации Петрозаводска планомерно пытаются задушить всеми способами частные перевозки. Вот эти. У нас вроде бы с одной стороны в государстве декларируется поддержка малого и среднего бизнеса, и с другой стороны наша же администрация второй рукой душит. Зачем? У нас есть троллейбусное управление. Деньги туда мы можем отправлять, куда они будут тратиться, не ваше дело. Да? Что хотим, то и творим. Хорошая такая кормушка получается. Так вот на этом контрасте, я думаю, как раз эта кормушка и выгодна администрации города. Во-первых, это популистские меры какие-то за счет бюджетных денег. А во-вторых, попытка задушить частный бизнес и привести сюда компании того же там Василия Анатольевича Попова, либо других интересантов, которые будут более лояльны к местной власти. Свои, так? Свои, все, проще говоря. Но на ком экономим-то? Вот, простите меня, на техническом персонале детских садов? Там и так, по-моему, ситуация нерадужная. Школах. И спортивные школы. Если там идет сокращение, уже давайте детально тогда по каждой школе разбираться. А за такое ощущение, разнарядка дана, вот неважно чего, вот столько убрать. Правильно, Денис, вы говорите. Я считаю, что инициатива о любой оптимизации должна идти от самих коллективов школ. Если мы говорим о том, что где-то завышен штат, то не надо сокращать финансирование. Надо увеличивать финансирование, сокращать какие-то определенные должности и все-таки эти деньги пускать в развитие спортивных школ. Потому что мы видим, что происходит сейчас в спортивных школах. Нет ни инвентаря, ни оборудования, нет ремонтов в залах. И огромное количество детей, которые хотят заниматься спортом, они сейчас физически это не могут сделать, потому что и очереди кругом. И понятно, что тут надо наоборот выделять дополнительные деньги. И недаром сейчас уже пришла информация о том, что и спортивная общественность, и недовольная общественность уже организовала сбор подписей за недоверие главе города. И фактически мы сейчас получим вот эту неконтролируемую волну, когда жители уже начинают понимать, что либо глава города – это вредитель, либо глава города – это все-таки человек, который пытается разобраться с ситуацией. Но второе невозможно по причине того, что фактически мы видим, идет только секвест, только урезание финансирования, кадровые скандалы, замена в школах директоров и также бьем по социальной сфере. Нет, так бьем по всем фронтам. И самое интересное, мы вроде бы хотим развития, хотим, чтобы у нас бюджет был хороший и все прочее, а все душится, вот получается, с одной стороны. Самое интересное, что у нас вроде как на дворе кризис. Нужно очень серьезно подходить к бюджету, опять же, да, со стороны, в том числе и администрации. Но я вот что-то не вижу их рекламы вот по этому поводу, пиара так называемого. Тишина. Ну, знаете, никому когда, ничего не надо. Когда тяжелая финансовая ситуация вообще приходит к нам в город, нам наоборот необходимо более тщательно работать с населением. И как раз именно вот по социально значимым направлениям. Именно здесь мы можем оказать поддержку жителям города. Может, где-то все-таки необходимо администрации затянуть пояса. 200 миллионов рублей, которые выделяются сейчас на зарплаты в администрации, я думаю, все-таки необходимо как-то подсокращать. Если мы говорим о сокращении штата, это будет сокращение штата. Если мы говорим просто урезать зарплаты, что, в принципе, мы видим, сделано было и в Москве, и в Санкт-Петербурге, почему у нас с этого не начинают? Почему мы бьем по социально незащищенным слоям населения? Не нашли мы денег на детские спортивные школы, но опять какую-то тайну Галина Игоревна говорит, мы где-то нашли деньги на электротранспорт. Молодцы. Мы тоже хотим посмотреть, где найти, нашли эти деньги и поддержать предприятие, но все-таки целевым образом. Ну что ж, я надеюсь на то, что администрация города нам когда-нибудь откроет эту тайну с семью печатями, где они берут деньги. Ну, надеюсь, не тайну думаю, золотого рисую. Ключика. Да. Я думаю, что мы продолжим с вами нашу беседу в одной из следующих передач. К сожалению, время у нас сейчас уже подошло к концу. Надеюсь, может быть, к этому времени у нас какая-то новая информация появится. Я напоминаю, у меня в гостях был председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Павлович Бондарчук. Вы смотрели важную тему на телеканале ТНТ «Онега». Всего доброго. До свидания.